Сегодня в этом ролике мы потратим 200 тысяч гемов на новый гаджет Грейта и посмотрим, выпадет ли нам вот такой вот наикрутейший юнит. Ну а тебе приятного просмотра. В этом видеоролике я тебе хочу сделать конкурс на нового Гетч Сенис Клокмена. Ну а чтобы поучиться в этом конкурсе, ты должен под этим видеороликом набрать 1000 лайкосиков, написать свой никнейм в комментариях от Роблокса, но также не забудь подписаться на мой канал с колокольчиком. А теперь всем приятного просмотра. Еще не слышал о новом магазине Робокса, слушай ценами Блоксспорт GG, сайт, с которыми покупки робокса пройдет выгодно, безопасно и быстро. Вводишь сумму покупки, следуешь понятным инструкциям на сайте и сразу после оплаты робокса зачисляются на твой аккаунт. Кстати, каждая покупка на Блоксспорт приносит тебе очки опыта. Копи опыт, прокачивай уровень и забирай бесплатные робоксы на странице наград. Я оставлю секретную ссылку в описании, которая даст тебе бонус 10% в первой покупке на Блоксспорт. С ними ты сможешь получить 500 робоксов всего за 295 рублей. Удачных покупок! Ссылочка в описании, а также есть закреплен комментарий. Ребятки, всем привет, и вы на канале Дамбон. Сегодня в этом ролике мы будем открывать, ребятки, новые крейты, а именно новые гаджет крейты. Если что, ребята, в этом крейте у нас 3 новых юнита. За 60%, за 39,5% и за 0,5%. И мы сегодня посмотрим, выпадет ли нам с 1000. Вот давайте посмотрим. 220 тысяч у меня есть гемасиков, мы их почти все потратим, но в принципе пока мы не выбьем вот этого нового Гетч Сенис с камерамена. Интересно, выпадет ли нам или не выпадет. Также у нас есть вот такой вот новый Гравити Ган камерамен. Есть у нас, кстати, вот такого тоже. У нас юнит очень красивый, если что, он эксклюзивочка, стоит в принципе, ребята, 800 робуксов. Это очень много, ну 800 робуксов, ё-моё, ребята, вы чего? Кулдаун, подождите, стоп, кулдаун, 0, стоп, подождите, чего? Кулдаун у него на максимальной прокачке 0, а дэмэдж у него будет 100, то есть у него вообще не будет КД, он будет просто бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам, а у дэмэджа на первой прокачке у него вообще попросту 0, просто 0, просто 0 урона. Это чё за бред, ребята? Это чё за бред? Ну, в принципе, знаете что? Что? Ну, в принципе, давайте, мы уже будем начинать покупать кейсики. Давайте пока что первым делом я куплю просто 100 штучек. Затем 30, так, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100. 100 кейсов мы уже купили, это очень хорошо. И давайте, у меня, в принципе, лаки буст должен быть. Да, у меня, в принципе, лаки буст есть, но он, по-моему, не работает у нас на этих крейтах, да? Ну, ничего страшного, давайте открываем 8 штучек, посмотрим, смотрим. И, ребятки, так, стоп, ну, в принципе, нам, ну да, нам тоже ничего тут не выпало. Но, в принципе, вот такие вот, в принципе, новые, кстати, у нас же... Раньше можно было бы открыть по 10, а сейчас почему-то 8. Ну, в принципе, хорошо, я вас прекрасно так понимаю. Так, смотрим. Нам, ребятки, ничего такого снова не выпадает. Ну, это, в принципе, понятно, потому что, скорее всего, нам ничего даже не выпадет. Это будет очень плохо, если нам сейчас ничего не выпадет. Реально, это реально очень будет плохо, потому что я очень сильно хочу этого нового Гетч Сенис с камерамэном. Надеюсь, он мне, ребятки, выпадет. Очень сильно на это не надеюсь. Так, смотрим. И, ребятки, нам, короче, ничего такого крутого снова не выпало. Ладно. Открываем дальше. Это уже какой по счету мы уже открыли у нас критиков, да? Уже очень много мы открыли. Так, открываем еще. А, ну, в принципе, там, снова, ребята, ничего не выпало. Да ё-моё. Статик спикермен, я понимаю, то, что ты вот хочешь попадаться ко мне, но не надо, потому что, ну, зачем мне эти статик спикермены, потому что мне нужен, в принципе, сам Сенис, это камерамен. Хорошо, давайте мы, короче, уже будем быстренько открывать. Ё-моё, кстати, новая анимация появилась. Ну, это хорошо, хорошо, разработчики, но... Мне нужен этот, блин, Сенис камерамен. Пожалуйста, Сенис камерамен. Так, тут нам тоже ничего не выпало, тут тоже нам ничего не выпало. Хорошо, я вас понял, ребята. Так, открываем еще, открываем, нам нужно больше нам надо. А, ну, в принципе, все, мы уже открыли 100 штук. Ё-моё, как у нас быстро 100 штук улетело. Реально, очень быстро. Так, тут нам снова ничего не выпало, и тут тоже нам ничего не выпало.
Ух, ребята, это реально почему-то какой-то бред, потому что, ну, там просто челики открывают 10 штук, и им сразу же выпадает вот это вот у нас Cities Clockman, а вот мне почему-то не выпадает. Так, хорошо, открываем. Еще, кстати, я почему-то ошибся, я думал, что это у нас Камерамен, но нет, это у нас Cities Clockmanчик. Так, в принципе, извиняюсь за то, что я так сказал, но ничего страшного. Давайте мы, короче, уже... побольше купим, давайте побольше покупаем гематиков, покупаем за наши великолепные гематики, ребятки. А покупаем, надеюсь, то, что мне моих гемов хватит, чтобы у нас этого юнита выбить. Потому что, ребят, если так посчитать, то, в принципе, это очень-очень много, и, в принципе, у нас этих кейсиков, это 1000 кейсов на все мои гемы, если посчитать, это реально очень много. Давайте открываем по 8 штучек, погнали. Открываем наши великолепные кейсики. Так, смотрим. Так, снова Gravity Gun Cameraman. Ну, пожалуйста. Да ё-моё, я подумал, сейчас мне выпадет этот Clockman. Но нет, он мне не выпал, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой, ну что за бред? Ну вот реально, что за бред? Это полный бред почему-то. Ну, пожалуйста. А, ну да, конечно, он мне будет выпадать. Ну да, ребята, конечно. Вот я буду реально расстроен, если мне сейчас он не выпадет. Это реально будет мега тильт. О, ё-моё, ну пожалуйста, выпади, пожалуйста. Так, он тут не выпал. Тут снова тоже не выпал, и тут тоже он снова не выпал. Ну чё за бред? Это чё за бред, я не пойму. Вот, блин, пожалуйста. Ребят, если вы, вот знаете, почему, скорее всего, мне он не выпадает? Потому что вы не поставили лайк и не подписались на канал. Так что давайте, ребятки, сейчас быстренько подписываемся, ставим лайкосики, и он мне обязательно выпадет. Смотрим. Ага, он снова нам не выпал. Вот чё за бред, ё-моё. Вот давайте, ребятки, у вас есть буквально, давайте, 5 секунд. Вы сейчас поставите лайк, подпишитесь на канал, и мне обязательно выпадет этот новый юнит. Так, открываем. Пожалуйста. Так, смотрим. Ну, блин, ребята, ну чё за бред, ну ё-моё. 0.5% это реально очень много. Мне выпадали юниты за 0.05%. Вот, в принципе, вот, как вы помните, нам выпало сразу же 2 новых фейерверка, да? И почему-то вот тут вот они не могут попросту выпасть. 0.5% это реально очень большой шанс. Но почему-то он мне не может выпасть. Ну, это полный бред. Ну, пожалуйста, можешь мне выпасть хотя бы одна штучка? Мне хватит одной штучки. Просто ничего такого не надо. Просто одна штучка вот этого вот Clockman'а. Умоляю, пожалуйста. Потому что, ребята, у тетя у нас открыл, может, кейсов 200. Ему выпало 2 таких штучки, именно наших новых Clockman'а. Но мне, ребята, почему-то не выпадает. У него что-то там подкрутка удар. О, ребята, выпал. Гейдж Сетис Clockman. Все, наплакал, ребята, наплакал, как говорится, да. Плаки, съел бигмаки. Давай, в принципе, открываем еще. Давай, посмотрим, сколько мне этих Сетис вот выпал. Ой, ребята, я уже почти все кейсы, кстати. Нам еще один выпал. Ой, как замечательно. Ой, как хорошо, ребята. Ох, ребята, это реально очень круто, потому что у меня аж 2 штучки выпало, поэтому я могу разыграть одного ради вас. И все, ребятки, нам, в принципе, вот этот Гейдж Сентис Камерамен выпал. Гравити Ган Камерамена мы тоже выбираем, потому что, редко, мы, в принципе, сейчас, может, в катку пойдем. Посмотрим, да? Так, нам нужен, в принципе, Санта Моменчик, да? Так, нам нужен Санта. Так, выбираем Санту. И, думаю, можно еще взять Грин Лазер Камераменчика. Так, где у нас тут Грин Лазер Камерамен? Так, подождите, что у меня Грин Лазер Камерамена нету? По-моему, должен был быть, да? По-моему, у меня есть Грин Лазер Камерамен. А, вот там все, Грин Лазер Камераменчик. Вот, в принципе, такая тема. Ну, давайте, в принципе, давайте... А, кстати, 6 штучек. Открываем. Смотрим, что нам выпадает. Так, смотрим. И нам, в принципе, такого ничего крутого не выпало. Ну, в принципе, понятно. Погнали, ребятки, сразу же мы давайте в Endless Mode, что ли, пойдем.
Так, телепорт, Endless мод. Если что, ребятки, я думаю, вот все, вот, ну, толку не нам нету открывать вот на все гемы, на 200 тысяч, да? В принципе, я выбил вот этого юнита, вот этого и вот этого. Всех юнитов я выбил. Особенно, ребята, я их уже выбил две штучки. Поэтому в этом ролике я разыграю ради вас одного вот этого гейдж сети с колоком мэнчика. Чтобы просто его получить, вам нужно просто подписаться на мой канал, набрать под этим видеороликом, давайте 5000 лайкосиков и написать свой никнейм в комментариях от Роблокса. И больше ничего такого крутого от вас не нужно. Так, ребятки, я уже, в принципе, зашел у нас в карточку в Endless моде. Так, у нас есть... Static Speakerman, есть также у нас вот такой вот Gravity Gun Cameraman, и есть у нас такой Clockmanчик, да? Ну, скорее всего, он, да, в принципе, это 2,5 миллиона хп, это у нас попросту он, так сказать, у нас будет защищать наших, вот, он просто, знаете как, он, короче, у нас будет как ТВ-мен. То есть мы его ставим, и он просто ставит свои вот эти вот, как они называют, короче, стенки. И стенки будут наносить урон, а также у них будет, в принципе, очень много хп, чтобы они не смогли далеко пройти. Это, в принципе, понятно. Давайте, короче, ставим нашего вот этого замечательного Green Laser Cameramanчика. Так, да ё-моё, почему... Дай мне выбрать моего Green Laser Cameramana, вот сам ТВМ. Почему у вас такой огромный хитбокс на прокачку ваших тел? Так, смотрим. Так, все, так вот делаем. И давайте дальше мы будем прокачивать наше Green Laser Cameramanчика. А потом уже, ребятки, можно будет поставить нашего Sentinel Clockman. Я думаю, можно его будет поставить вот тут, потому что, скорее всего, его нельзя будет удалять. Да, скорее всего, его нельзя будет удалять, потому что, когда у нас вышел так называемый ТВМН, его это просто багаюзили. То есть, видите, его ставили, прокачивали на большое... этот левел на максимальный, и сразу же удаляли, и сразу же ставили, потому что у него просто КД было очень большое на его поставить, чтобы его поставить, и вот так вот, в принципе, его багаюзили, и вот так вот у нас получалось, да. Так, давайте мы, короче, пока что будем ставить нашего гейджа, да. Так, 500 у нас долларов, 500 долларов мы ставим. Да, в принципе, да, ребятки, вот так, в принципе, это и понятно. Так, вот, первый левел. Какая-то клеточка у нас тут, ты чё, вообще что ли? Ты у нас чё, будешь в клетке их завозить? Ага, потом следующий апгрейд 100 тысяч. Ё-моё, 100 тысяч урона будет на следующий апгрейд. Ну, это довольно, реально, очень хорошо. Очень много. Ну, давайте, короче, вот так будем делать. А хотя, давайте мы сейчас ещё поставим нашего... А, он даже 2 ставит, ребята, видите, в чём прикол? Так, ставим нашего статик спикерменчика. Пусть он справляется с наш статик спикермен. По-моему, он должен, ребята, их соединять, да? По-моему, он должен их соединять в одного. И это будет, у них будет, да, у них будет, ребята, чуть больше, у него будет... Да, у них будет у этих туалетов больше хп, но при этом же это будет суммироваться хп у всех туалетов, как я понимаю, да? Давайте мы, короче, сейчас его удалим и поставим, вот так вот сделаем. И ставим. По идее, он должен был их соединить, но нет, видите, что он делает? А, ребята, я понял, что он делает. Вот что за прикол. Он, короче, смотрите, у него, то есть, по вот цепной реакции идет туда все. То есть, если он одного туалета задевает, то и следующие туалеты тоже идут под его дудку, так сказать, да? Так, апгрейдик делаем. Ну, в принципе, разработчики постарались на такой у нас схеме. Это реально очень круто. Ну, это что у него за трель как будто какая-то, я не понимаю просто. Так, давайте 800 делаем апгрейдик. Вот, видите, и видите, он теперь по всем туалетам наносит урон. Вот, это реально очень круто, то, что разработчики такое сделали. Блин, вот было бы прикольно, если бы там у него был бы очень большой урон. Это вообще было бы очень круто. Так, вот так делаем апгрейд. Ой, погнал. Все, 4500 у него в одну секунду. Ну, это реально очень много, реально очень много. Ну, в принципе, даже 3 у нас, кстати, гейдж Sentinel Clockman у нас ставит даже 3 клетки. Это вообще кто такой? Ты кто такой? Почему ты такой мощный? Вот так вот делал максимально на второй апгрейдинг. Посмотрим, кстати, его клетки. Давайте посмотрим клетки. Ой, ребята, я на клетку попался. Вот такая вот у тебя клетка, так сказать, да? Так, что у нас тут дальше? Так, апгрейдик.
Кстати, я ж могу сейчас поставить... Так, стоп, подождите. Мы еще, короче, проиграем, потому что... Видите, что у нас тут находится. Хотя мы не проиграем, потому что у нас ставят наши клетки, да? Ой, ребята, вы бы сейчас видели, что у нас сейчас сделал наш статик спикермен. Нифига себе. Так, апгрейд наших сад обязательно. Обязательно делаем апгрейд сад. Так, грин лазер камерменчика мы сейчас тоже будем делать апгрейдик. Ой, 6000, 6к, ё-моё, это же реально очень много. Так, 5000 нам нужно сделать апгрейд, чтобы у тебя было 350 тысяч хп, чтобы сделать просто... Опачки, вы видели, ребята, он даже не прошел, его взяли, просто усыпили, и он даже не прошел одну клетку. Очень хорошо, давайте посмотрим вообще. Ё-моё, ну статик спикермен, я теперь буду его все время юзать. Потому что он реально очень хороший. А давайте рядом мы сейчас поставим... Нет, нет, пока что мы не будем ставить... Хотя нет, блин, я вот не знаю. Не могу определиться. Хорошо, давайте мы, короче, лучше пока что будем делать апгрейд наших санта-уменчиков. А потом мы уже посмотрим по делу. Пока прокачаем нашего Gravity Gun Cameraman на максимальный левел. Также нашего Static Speakerman тоже на максимальный левел. Так, 5000 нам нужно. Хорошо, 5к, в принципе, все у нас будет... Вот видите, это что у нас делает наш этот статик спикермен. Вот, просто он каждого, он то есть, вот тут вот наносит урон, а он вот наносит вот на, по всем туалетам. Это вообще как такое может быть? Это реально очень круто. 5000, делаем апгрейд. О, ребята, посмотрите, как у него клетка изменилась. Теперь тут какая-то железо или это камень. Ну, ребятки, это реально очень круто. Посмотрим, и его, скорее всего, усыпят. А вот, опачки. А, он в клетку попался. А, ребята, вот что за прикол. Вот что за прикол, я, короче, понял. И теперь, вот так вот мы делаем. А, вот, ребята, короче, смотрите, они попадаются в клетку. И я должен, ребята, наносить им урон. Вот что, ребята. Ага, вот как это у нас все работает. Я, короче, понимаю теперь. Все. Я, короче, понял вас, как это у нас вообще работает. Все очень круто сделано. Ну, ребята, мне это очень нравится. Посмотрите, сколько тут клеток. Просто на это посмотрите. Очень много клеток. А вот я не понимаю, как у нас будет наноситься, в принципе, не урон, а сам вот эта вот штучка, то есть... Как у него будет хпшка убавляться? Ну, кстати, Gravity Gun Cameraman реально очень крутой. Он, то есть, спавнит саму эту сферу. И, то есть, вот весь, вот если в этот радиус попадают, то наносится им очень большой урон. Вот это тоже очень хорошо, очень круто. Мне это очень сильно нравится, то, что разработчики такое делают. Так, смотрим. Смотрим, что он вообще будет. Он, скорее всего, даже в клетку не дойдет, да? Да, он даже у нас в клетку не дошел. Ну, в принципе, это понятно, потому что Gravity Gun Cameraman вроде бы сам даже справляется, они даже попросту не могут пройти даже далеко. Так, нам нужно будет 12 тысяч, да? Так, 12 тысяч, чтобы сделать нам апгрейд нашего Gage Sentence Clockmanчика. Давайте, 12 тысяч нам нужно, 12 тысяч нам нужно. Так, 12к. Быстренько, давай, так, Dual Blade, ну, давай, 12 тысяч. Давай, новая волна, 25-я, все, замечательно, мы сделали апгрейд на максимальный. Нифига себе, вот это у тебя еще такая офигенная клеточка, да? Так, это у нас предпоследний, да, это у нас предпоследний, потому что максимальный апгрейд, ё-моё, 30 тысяч стоит. Ух, это реально очень дорого, очень много, ну, в принципе, ничего страшного, я думаю, то, что мы сейчас все сделаем. Так, 5 тысяч, все, делаем апгрейд нашего Gravity Gun'а. Опачки, давай, котик. А, ну, котик, ты уже умер, да? А, нет, вот котик у нас идет. Ай-яй-яй, в клетку ты у нас не попал. А вот сейчас вот и вот наши фланинг бусов туалеты в клеточку попадутся. Давайте, давайте фланинг бусов туалеты. А, нет, они тоже не попали у нас в клетку. Ёшки-матрёшки, давай. Ну, а, вы тоже умираете, да? Ну, давайте мы еще, в принципе, делаем апгрейд. Максимальный апгрейд нашего Gravity Gun камераманчика мы оформили. Дальше. Кстати, я могу еще одного поставить? Я могу, ребята, еще одного поставить. Вот, посмотрите. А, его взяли и усыпили. А, кстати, он, то есть, работает как и клетка. И как, то есть, он работает стан для них. Вот что, ребята. Ага, я, короче, все понимаю. Начинаю чуть-чуть понимать, как и что работает.
Ну, в принципе, мне это обновление нравится. Очень хорошее обновление. В принципе, новый грейд добавили за гемасики. Тоже очень круто. Так, теперь максимальный левел на нашего статик спикерменчика. Это, то есть, ребята, сейчас будет два ролика в одном. Это, то есть, будет обзор на новых юнитов. А также я открыл новый крейт и выбил всех новых юнитов. Вот что за прикол. Ребята, я думаю, сейчас мы вообще будем в Майнкрафт играть. Будем сейчас просто будем строить какие-то пизанские башни. Ну, это круто, да, в принципе, мне это очень сильно нравится, то, что разработчики вот так вот делают. Ой, так, посмотрим, как они в клетку попадутся. Ага, не попались в клеточку, ребятки, не попались. Ну, в принципе, тут реально очень много, я думаю, то, что вы даже попросту даже не дойдете. Опа, ага, вот все, так, стоп. Оп, в клетку попались, ой-ой-ой, ой, а что она сломалась? У него был 1 000 000 хп, а как она так быстро сломалась? Так, стоп. Что-то у нас все выходит из-под контроля. Мы это на такое не рассчитывали. Мы реально на такое что-то не рассчитывали. Ой-ой-ой-ой-ой. А, кстати, а если его усыпляют? Ребята, даже если его усыпляют, то вот как у нас все работает. Ребята, я попал в клетку, ребята. Это... Нет, ребята, я, короче, попал в клетку. О, нет, ребята, меня в клетку запихнули. Ну что вы, ну ёшкин матрёшкин, ребята, ну что вы делаете? Я сейчас был попросту в клетке. Меня сейчас просто... Ой, кстати, теперь 2 юнита у нас в клетке, теперь 3 у нас юнита в клетке. Ну чё, вы попались, да? Бигмаки, да, попались, вот чё. Ну все, все, хана. Вот, блин, надеюсь, то, что нам поскорее мы сейчас это все сделаем. Так, давайте, короче, будем скипать волны, потому что я хочу на максимальный апгрейд сделать уже, неужели, вот этого нашего гейдж сиэнтис клокменчика. Ага, то есть вы в клетке должны попасться, в клетке попадаетесь, давайте. Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Давай, играйте, в принципе, статик спикерменчик. Давай, думаю, чуть-чуть сделаем тебе апгрейд, чтобы ты наносил им всем урончик тоже. Хотя бы чуть-чуть урончика ты бы им наносил. Так, ну, в принципе, видите, они просто проходят, они попадают в клетки, и как-то они сносят ее. А при этом я вот не пойму, как это вообще у нас работает. Я думал, то, что у нас будет, в принципе, первый туалет проходит в клетку, второй тоже. Ну, хотя нет, второй, по идее, не должен попадаться. То есть, первый у нас попадется, а второй должен снести саму вот эту вот клетку. Именно своими хпшками, скорее всего, так и работает. Но почему-то нет. Так, его взяли и усыпили моего юнита. Ну, что вы делаете? Что вы делаете, я не пойму. Вот, видите, у него, смотрите, 100 тысяч хп. 100 тысяч хпшек. Он попал в клетку, ему наносится урон. Второй тоже проходит, попадает в клетку. Ему наносится урон. А вот нашей клетке урон не наносится. Я не знаю, почему, как это вообще работает. Ладно, в принципе, странненько, да? Давайте, короче, так и делаем. Короче, пока что так сделаем. Ё-моё, его усыпляют все время. Мне нужно сделать максимальный апгрейд. Ё-моё, они проходят, ребята, это что за бред? Стоп. Мне нужно сейчас будет сделать апгрейд на максимальный левел. Пожалуйста, давай, быстренько. Вот, все, максимальный левел сделал. А, они уже прошли, ё-моё, ребята. Ага, не могу поставить ок. Ну, в принципе, справляются. Вот так у нас, ребята, выглядит максимальный левел нашей клетки. 2,5 миллиона хп. Ё-моё, ребята. Так, посмотрим, как они будут сейчас в клеточке находиться. Ой-ой-ой, что у нас в клетку попались? Теперь 2 клетки, ребята, 2 клетки. А, кстати, я тоже хочу в клетку. Давай, я тоже хочу в клетку. Ой, твои клешни видны, братанчик, твои клешни видны. Ну, ребята, мне эта обнова очень сильно нравится. Реально, очень прикольно. Если тебе понравился видеоролик, я, в принципе, в этом ролике открыл новые кейсики, выбил всех новых юнитов, а также это сделал обзор на новых юнитов, ты обязательно должен поставить лайкосик. А теперь всем пока-пока и удачки!